Наша дежурная бригада выехала сразу же на место. Оказывается, здесь произошел порыв водовода диаметром 300 миллиметров чугунная труба. Это здесь срок службы давно здесь истек, потому что это здесь водовод построен, введен в эксплуатацию в конце 70-х годов. В данное время мы уже сейчас половина 11-го, работу полностью закончили, сейчас насосы все полностью запустили.